Для мужчин наступают непростые времена. В ближайшие дни сильной половине человечества предстоит определиться с подарками на 8 марта. И вот подсказка. Билеты на концерт на втором месте в топ-10 желанных подарков. Как раз Международному женскому дню национальная телерадиокомпания «Чуваши» готовит грандиозное шоу. Желающих сходить на концерт ко дню рождения «Таван Радио», который прошел в декабре, было столько, что многим просто не хватило билетов. Это коллеги учли, так что концерт к 8 марта состоится на новой, более крупной площадке в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. От 3 до 4 тысяч человек мы ожидаем на этом прекрасном мероприятии. Будет интересно, будет очень много, помимо концерта самого, будет много интерактивных площадок, потому что мы задействуем и фойе, и площадь перед Ледовой ареной, будут и фотозоны, будут дегустации, будут очень интересные моменты. Всех не буду раскрывать, да, потому что это такой сюрприз будет. Сюрпризы для зрителей готовят не только организаторы, но и участники концерта. Будет огромное количество дуэтов, немножко неожиданных. Часть из них уже звучат в эфире, например, «Таван Радио», но многие специально для концерта пишут новые песни, объединяют все в новые дуэты. Из звезд, которые будут участвовать, это и Валентина Кузнецова, Александр Васильев, Андрей Думилин. То есть мы вот всех попытались охватить. Фарида к нам приедет. Таких концертов в Ледовом для звезд чувашской эстрады действительно еще не проводился. Билеты еще есть. Их можно приобрести в Доме торговли, Детском мире, Мегамолле и на сайте kakoncert.ru. Концерт состоится 7 марта, начало 18:00.